Сейчас хочу купить еще полотенца. Вот такие вот. Посмотрела, так мне понравилось качество. Оказалось, Туркменистан. Ну, конечно же, там хлопок высшего качества. Цвета какие хочешь у нас тут. Все сделано в Туркменистане. Надо брать. Надо брать. Сейчас я выберу цвета все. Абсолютно все цвета. О. Так. Шикарно. Когда-то моя мама привозила такие. Ну вот мне надо вот такой цвет. Вот я возьму. Я возьму. Вот это. Идем, зайчик. Вот. На сменку я беру. Пошли. Мне как раз такой нужен был цвет. Вам дешевле не бывает. Так, теперь еще одна женщина меня просила колготки ей купить. Я еще... Ну да. Ну вот в церкви, которая попросила, надо ей купить колготки. Она... болеет она, ну, в смысле, у нее что-то такое. А здесь теплых таких нету. Здесь теплых нету. Здесь 40 ден, а 40 ден не пойдут. А вот еще. Всякие разные. Цвета все какие хочешь. Нету здесь 40 ден, это там слишком. Да, на рынок пойдем, там посмотрим теплое, потеплей. Так, здесь что? Йод актив для похудения, все, что хотите. Так, ну вот я обычно кальций беру. Но у меня есть, еще не закончился, поэтому... Мне ничего не нужно здесь. Вот. Все, пошли дальше. Сейчас уже всякие разные наборчики продаются. Набор. Всякие-всякие. А? Это мыло нам не нужно. Пойдем дальше. Так. Шампунь с кератином. У меня была такая, ничего хорошего в ней я не увидела. Поэтому сейчас заказываю всю шампунь в этом, в Ивраше, только в Ивраше. Ну вот это что такое? Интенсивное восстановление. А вот бальзамчики тоже мне Ивраше нравятся. Так. Полотенчика мы взяли. Вот такое я всегда покупаю. Репейное масло. Всегда покупаю. Потому что оно действительно восстанавливает, не знаю, противопадение волос номер один. Во все добавляю маски. Обязательный продукт у меня. Так, пошли дальше. Пошли дальше. Вот уже оливки уже есть. Хорошие такие, причем без косточек. Дальше. Мне масло растительное надо. Олежа, давай я возьму вот это масло.
маленькая, потом ты мне с работы принесешь. Вот это я возьму масло растительное. У меня, я с оливковым мешаю, будет, у меня закончилось уже масло. А здесь огромный выбор. Все, я взяла. Да, на рынке, конечно, сыродавленное, но вот когда срочно. А вот это, нерафинированное, вот. Причем в стекле. Нерафинированное в стекле стоит 40 гривен. Что здесь написано? Ну вот это Нижинский консервный завод. Нижинский завод вообще сейчас все-все-все делает. Так, пойдем дальше. А вот, вот это оливковое масло тоже шикарное. Греческое. Вот такое. Замечательное масло. Пойдемте дальше. А вот с рисовых высевок масло. Я говорю, у нас какого только масла нет. Вот какое хотите. Из рисовых высевок. Вот так, если показать, то это вообще. Или вот, например, масло. Какое-то еще и с перцем. Вон, видите? Значит, что нужно делать? Брать и бросать в масло перец. И все. Подсолнечное масло вот с перцем, и перец там плавает. И вот откуда берутся идеи. Или вот, например, вот подсолнечное масло, и там перец. Только уже другой, разноцветный. Все, я вот так вот хожу, смотрю. Или вот, например, а у меня, кстати, точно такие масла, да, стоят. Я туда кладу розмарин. Все-все, на даче. Я тоже так делаю. Видите, веточка розмарина. Раз. Но только когда помыли розмарин, надо высушить, а потом заливать маслом. Нужно, чтобы хорошо сухая веточка была. Дальше пошли. Вот оливковое масло, тоже очень хорошее. Вот это масло. Это один из моих любимейших. А посмотрите, виноградное масло. Вот. А кто это производитель? Испания. Пожалуйста. Масло виноградных семян. Производитель Испании. Кстати, очень даже недорого, 133 гривны. Дальше что еще? Вот это что? Давайте посмотрим. Оливковое. Но это в пластике. А я предпочитаю все-таки в стекле брать. Так, дальше. Каких только масел нет. Ну и приправы здесь. И опять-таки, что мы видим? Мы видим масло, а там, посмотрите, что? Что там? Оп. Приправа на основе оливкового масла и базилика. Ага, значит, внизу базилик. Все. Вот вам и приправа. То есть вытяжка такая своеобразная. Вот так вот. Это то, что я делала на даче. Теперь здесь, пожалуйста. Вовсю. Дальше что здесь? И вот опять. Раз. Приправа Монтоско. Оливковое масло с острым перцем чили. Вот так. И вот вам приправа получилась. Это, конечно, очень полезно, но это очень легко делать самим. Так, масло какао. Стоит 84 гривны. Ароматика 100% натуральная. 50 грамм 84 гривны. Так, дальше. Ну, это оливковое масло. Все. И внизу, внизу тут уже что хотите. Здесь и кукурузное, и соевое. Вот точно как у меня соевое масло. Всегда беру вот такое. Очень хорошее маслечко. Внизу уже всякое разное масло пошло. Здесь и масло расторопши, и масло льна, и масло
тыквы, и кунжутное масло. Какое хотите. Это отдел масел. Но здесь вот отдел такой у нас имбирь. Пошли. Имбирь маринованный. У нас банки всегда стоят. Вот имбирь белый. Только мы делаем с лимоном. А вот просто стоит баночка с белым имбирем. Хотите, подкрасьте его, и будет у вас вот такой крашеный розовый имбирь. Поэтому я всегда советую делать самим имбирь. Вот, по крайней мере, вы знаете, что вы туда уксус не ложили, что вы туда ложили все, что необходимо. А вот это что такое? Класса гастрономика. Понти. Что за понти? Непонятно. Глейзер на основе виноградного муската. Наверное, что-то в сахаре. Так, а это вот так вот хранят уксус. Бальзамический уксус у нас. Какой хотите. Яблочный. Бальзамический яблочный уксус. Я его сама делаю. Вот из красного винограда. Уксус. И из бианко белого винограда. Вот. Модена. С Модены. Бальзамический уксус. Пошли дальше. Вот соевый.